Вот такая у нас первая загрузочка будет. 20 тонн на Екатеринбург. Пока вроде без происшествий. Не знаю, что будет дальше. Дальше будет интересней, походу, бля. Катюша! Не надо, тут даже сердце мне даже Катюша не пробить, говорит, Катюша! Мне нравится этот проект, блядь, там Крючков играет, мне нравится, сука, блядь. А он играет каждый день, тракториста, блядь. Пришел он с армии на Целину, блядь, в Оренбургскую, блядь. Ну, это ставит бригадиром, нахуй, его, блядь. И, короче, блядь, отдал бригадир, так начали его тут испытывать, нахуй. А вот чё у него болит, нахуй, блядь? Ну, трактор там, 75-ка стоит, Т-75, блядь. Ну,
чё, блядь? Шестой горшок, пятый клапан. У первого цилиндра, блядь, тоже там какая-то хуйня, блядь. Так, товарищи, чей трактор, блядь? Он говорит, да, блядь, ёпты. Ну, мой трактор. А чё так работает, сука, хуёво, нахуй? Ну, он как того, блядь. Он потом вот того, а потом вот так и получилось, блядь. Вот, здравствуй, милый моя, я, говорит, тебя, говорит, заждался, ты пришла, меня нашла, нет, я и растерялся. Пиздец, блядь. Чего тут клопыши пасутся, блядь? Или, блядь, фуфайку одел не ту, блядь? Фуфайку, наверное, не ту одел, блядь. Сыворот на выворот, Аляску одел, блядь. Одеваешься, такая оранжевая, блядь. Да, да, да. Вот она бежит, видишь, блядь, все, 90 хуярит, ну, вот по максимуму, нахуй. Чуть-чуть еще и будет зеленая зона, блядь. Экономики. Что-то здесь всех собрали, нахуй. Ё-моё, здесь что это, блядь, такое? Не поймешь что-то. Поели, покушали, поехали. Давай, Лёх, анекдот что-то какой-нибудь расскажи нам. Анекдот какой-нибудь расскажи нам. Мой любимый только про батюшку, блядь. Чё там за анекдот? Мужик приходит к батюшке. Говорит, батюшка, говорит, хочу баню строить. Говорит, хорошее дело, сын мой, благословляю. Да вот только не знаю, как полы-то, блядь, струганы вверх или вниз стелить. Ну, конечно, как струганы вверх-то. А как? Я купаться буду, воды налью, подскользнусь, убьюсь нахуй. Ну, переверни, сын мой. А так я нахуй на ногу за нозу поймаю, блядь. Вот. Знаешь что, сын мой, тебе надо вероисповедание поменять, на иудейскую. А что, батюшка, поможет? А может, не знаю, но мозги ебать ты будешь, раввину. Солнышко хорошо сегодня вылезло, погодка. Ты что, камеру снимаешь, что? Да. Аварийк включил перед днем. Блять. Нахуй ты переключался, блять.
Офигенно тут, блядь. Че, не первый, что ли, хуя, блядь? Трогаемся потихонечку. У нас утро. Утро наступило. А, натерли, блядь. А, стекло-то, да, надо потереть, блядь. Проснулись, время 6 утра. Никотин убрать. Конденсат убрать. Ебаный ты ханут нахуй. Ну, тут так строят нахуй. Сцены, да, блядь. А так-то нахуй нам надо. Снял, да? Да. Лёг. Вот и снежочек. Снег. Снежок. Снежочек, да. Он меня не радует. До Кати 190 осталось. Поверните направо. Мы уступаем. Справа еще. Справа чисто. Нам Михайловка нужна. Вот, 30. Направо? Нет, туда. Правее держим, справа. Да, правее, да, на Михайловку идем. Рублевка написана на домике. Нифига себе, блядь. Рублевка, блядь. Так, до Кати 155, Михайловск 42, вот там сотка от Михайловска останется. Значит. Вот утес. Как вот так вот. Нифига, река Уфа, бля. Ты думаешь, я семью не хотел? Тердос. Съезд, поверните направо. Оп, ты, бля. Прямо. Ой, сука. Тихо, братиша, аккуратненько. Блядь, я уже, бля, боюсь, сука, бля, меня вот опрокинется, ебаный в рот, бля. Груз, да, у нас высокий груз, бля, 2,60 высотой, бля. Что лежит? Мешок просто лежит, что там. Вот и в Екатеринбург заехали.
аквариум покажи. Приехали вот сюда вот. Торопили к понедельнику к утру. Как всегда, сказали, выгрузка после обеда. Вот такая вот здесь ситуация. Пойдем туда куда-то дальше, в столовую, покушаем, сходим. Вот такая вот беда. Ладненько, побежали мы. Приехали на выгрузку. Ветерок здесь в Екатеринбурге дует. Да-да-да, на полочке, сейчас достану. Погрузчика нет, идем, короче, машину ждать. Оплату получили, все нормально, оплатили. Еще не выгрузили, уже оплатили. Опа. Вот как-то так, ждем кару. Ох, холодно здесь, холодно. На юг надо ехать. Поселок Арти. Грузимся здесь. Грузимся здесь бумагой. Бумагой. Детские какие-то там рисунки. Поедем в Бекасово. Вот. Вес легкий. 7 тонн всего. Прям получил документы РЦ, оказывается. Ебарасетешкин, блин. Ну ладно. Ох ты, блин. Колотушка. Взял какие-то рисунки детям. Вот, потом пригодится. Детишкам порисовать хоть будет. Чё? Холодно здесь. Ну, короче. Опа. Калатун. Вот. Приехали мы сюда. В Екатеринбурге вчера выгрузились. Ночь переночевали. Сегодня нашли загрузку. Блин. Загрузка была одна хорошая на это, на Усть-Илимск. Блин, и платили хорошо. Немножечко у нас там непонятка получилась в том плане, то, что мы договорились вроде как бы все. А сам заказчик забыл про нас, пока отгружал другие машины. Прошло время, что-то час-полтора, что-то думаю, наверное, не хотят отправлять. Мы что-то там договорились, все по предоплате. И... Нифига, короче. И вот нашли этот груз. Вот вылез, забрали его. Туда вот, в Подмосковье поедем. Ну, как раз нам туда надо будет. В принципе, посмотрим, по делам там заедем. Вот, по машине что, ну, в принципе, нормально так все. Обороты скачут. Вернее, не скачут, а утухают. Немножко подбавили оборотов, не знаю, но, скорее всего, ТНВД, наверное, это. ТНВД надо делать. Что еще? Прицеп. Тоже что-то мы тут в режим выставляли его. Транспортный. Просаживается. Вот шли с 20 тонн тащили. Короче, надо периодически его поднимать. Не знаю, странно, конечно, что-то ведет. Может, какой-то там балансир, я не знаю, блин, надо делать. Но так машина-то вроде бы есть, слава богу. Все нормально. Ну вот как-то так, сейчас загрузимся, поедем отсюда. Ну время ночи уже, отсюда бы выскочить, блин. Здесь дороги, сами видите, вон какие. Вообще повороты, крюки здесь, блин.
Не знаю, как все это будем проходить сейчас. Потихонечку, может, дай бог. Вот. Все. Как-то так вот вроде. Масло пока вроде уровень. Вот. И вот через сапун, через этот грибок, где соединение получается, там походу, как я не знаю, поднимает масло вверх к сапуну, что ли, его, короче, стекает вот по этой походу ерунде, кстати. Каплюшки были сегодня с утра, вот сутки стояли. Ну, все вот вроде в целом так-то вроде будет. Ну, вот так вот, ладненько, что, будем двигаться дальше, снимать уже, что как. Выезжаем, Арти.